Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики от фракции «Свободный Донбасс» Елена Мельник в преддверии Дня Святого Николая посетила Макеевскую специализированную школу-интернат номер 35. Приближаются самые радостные, необычные и любимые праздники для всех детей. Это День Святого Николая, Новый год, Рождество. Это время чудес, волшебства и сказки. И нам очень хотелось подарить частичку чуда – это этим особенным детям. Для гостей дети подготовили праздничную программу – песни, танцы и стихотворения. Депутат Народного совета ДНР Елена Мельник знает, как порадовать деток. В этот раз народная избранница привезла воспитанникам школы-интерната более 100 сладких наборов. От имени всего педагогического коллектива, от имени родителей, всех сотрудников школы-интерната хочу поблагодарить народного депутата Мельник Елену Леонидовну за то, что она ежегодно старается найти время и посещает нашу образовательную организацию и уделяет внимание нашим деткам. За долгие годы нашего сотрудничества дети уже знают Елену Леонидовну в лицо, готовят ей подарки. И та частица сердечной доброты, широты ее души остается у них в глазах ярким лучиком света, понимаете? И это такой контакт, который всегда побуждает в детях добро. Они готовятся, они ждут всегда ее в гости. Ребята постоянно ждут встречи с депутатом, готовятся, и этот день не стал исключением. Воспитанники школы тепло и радостно встретили Елену Мельник и подготовили для нее подарки, сделанные своими руками. Я хочу пожелать в преддверии праздника, такого великого праздника, святого Николая. Ведь святой Николай, он был чудотворец. И все детки его очень любят. И каждый ребенок ждет подарков от святого Николая. Я хочу пожелать всем нашим деткам Донецкой Народной Республики, чтобы каждый под своей подушкой получил какой-то подарок. Такой, какой он хочет, от святого Николая.